ситуации. Поэтому путь с капитаном доверия. Просто довериться человеку, которого ты не знаешь. И тем более не видишь, правда же? Очень непросто, ты не видишь его глаза, не знаешь, какой он, добрый, злой. И не просто позвонить, набрать номер и довериться. Но я все-таки набрал себе силы. Я набрал этот номер телефона 8 800 2122. И мне ответил добрый женский голос. Та женщина на том конце телефонной линии меня просто выслушала. Она ничего не сделала, она ничего не сказала, где-то уточнила, где-то пояснила. Но я понял, я где-то внутри понял, что вот этим людям можно доверять. Если вы попали в какую-то ситуацию, в которой вам нужен совет, профессиональный совет, оперативный совет. Если вы не можете принять решение, если вы испытываете какие-то страхи, специалисты детского телефона доверия всегда круглосуточно на связи, они ждут ваших звонков. Родителям учебников не выдают. Если ты хоть чуточку чувствуешь ответственность за своего ребенка, то, наверное, стоит как-то задуматься. Не всегда родители являются психологами и могут подсказать что-то грамотное своему ребенку. Когда маленькие дети, у нас каждый день это неразрешимая проблема. Ты же зацикливаешься на том, что ты один. У тебя есть твоя личная проблема, и она только твоя. Я думаю, что в таких случаях как раз-таки и нужен телефон доверия, потому что никто не знает, что на уме у человека. Это признак не слабости, когда ты просишь помощи у других, когда ты обращаешься к кому-то за советом. Это, наоборот, признак большой силы. Очень важно, мне кажется, понимать, что на твои просьбы обязательно откликнутся. Поэтому нужен всегда человек, который со стороны просто какой-то неожиданно возникнет, такой маг-волшебник, и все расскажет, как тебе дальше жить. Услышать голос, который вроде бы с тобой не связан, но в то же время ты понимаешь, что этот человек рядом. Мне кажется, что это очень важно. Знать и детям, и подросткам, и их родителям, что в России существует такая бесплатная, абсолютно безопасная психологическая помощь, которую можно получить по детскому телефону доверия. Запомните, пожалуйста, этот номер. 8 800 2122. По этому номеру вы всегда сможете найти помощь. И знайте, что эта помощь будет анонимной.